Музыка и слова Константина Меладзе. «Перемирие». На сцене группа, которую женщины любят ушами, а мужчины глазами. «Виагра». Две неравных половины спорят во мне. Выбирай себе любимый, тьму или свет. Еще 5 секунд молчания, имени нет в этой вселенной. Выбирай себе любимый, тьму или свет. Они ведь неделимы, выбора нет. Это больше не молчание, это ответ. И он не изменный. А я хочу перемирия, а я прошу перемирия. Кто без тебя в этом мире? Я расскажи, как внутри повери две половины души. А я хочу перемирия, а я прошу перемирия. Кто без тебя в этом мире? Я расскажи, как внутри повери две половины души. А я хочу. С тобой и с ними этот запрет. Виноватых и безвинных среди нас нет. Хочешь, я тебе открою главный секрет? Или не хочешь? Две неравных половины спорят во мне. Выбирай себе любимый, тьму или свет. Это вовсе не молчание, это ответ. Без многоточий. А мы снова спорим. Перебись на полуслове. А я хочу перемирия, а я прошу перемирия. Кто без тебя в этом мире? Я расскажи, как внутри повери две половины души. А я хочу перемирия, а я прошу перемирия. Кто без тебя? Я бы хотел, безусловно, поблагодарить всех своих артистов за то, что они получили эти замечательные, совершенно очередные, можно сказать, дипломы песни года. Я бы хотел поздравить всех с Новым годом, пожелать прежде всего мира, здоровья, счастья и всего самого-самого наилучшего в Новом году. С Новым годом! Ура!